Торжественное построение. Ребят поделили на команды и провели инструктаж. Минувшие выходные в спортивном комплексе прошли веселые старты на воде. Всего в соревнованиях приняли участие 48 мальчиков и девочек. Почти все ребята плаванием занимаются первый год. Состязания на воде в течение часа для них серьезные испытания. В программу были включены разнообразные эстафеты. Дети демонстрировали плавание на кругах, собирали надувные шары, передавали друг другу мячи. В парах плавали. Очень сильно устал. На победу я, конечно, рассчитываю, но постараемся выиграть. За звание лучших боролись 6 команд. В итоге победителями можно назвать всех ребят. Ведь для большинства пловцов эти веселые старты – первые соревнования. В это же время в соседнем зале проходили состязания по скалолазанию. Всего в первенстве приняли участие 60 мальчиков и девочек. Мне нравится то, что тут быстро. У меня иногда не получается, но я все равно пытаюсь и добиваюсь цели. В этот день ребята проходили трассу на скорость. Высота скалодрома 10 метров. Участникам предстояло добраться до финиша как можно быстрее, нажать на кнопку и тем самым зафиксировать время. За 2 месяца занятий она заняла 3-е место на кружных соревнованиях. А не страшно? Мне страшно, ей нет, но у нас бесстрашный ребенок. За дочку, за старшую пришел тут поболеть. Занимается, да уже давно. Ей главное нравится, и вот лазить занимается. Большинство спортсменов справились с заданием успешно. Всем победителям вручили грамоты. Елена Канина, Александр Анфимов, новости Губкинского.